Senhor? Крокодил. Я сейчас даже об этом подумала, просто играл в крокодил. Ну, смотри, это вообще... Видишь, волос там растет. Давай, знаешь, что сделаем? Ну, хотя бы этот волос выдернем, блин, чтобы он у него не царапал. Надеюсь, что глаз от этого не вытечет. А если вытечет? Ну, что, извинимся. Давай сначала мы за... Может, капнем что-нибудь, батарейчик. О, прям можно в глаза капать? Ну, вообще-то нельзя, но если очень хочется, а можно. Ты, может, реакцию сначала проверишь? Да что там с 1 миллилитра будет? Вот я бы так не это. Чё ты? Неси. Вот ты вообще сейчас сказала. Чё сказал? Иди сюда, фонарик подержи. Чё сказал-то? Сказал, может, не в России, чё бояться? Я на себя чувствую это расцепление. О, да. А, вот он. Все, все. Да, ну ты капай.